Николай, здравствуйте. Расскажите о своем плакате. Мой плакат посвящен недавнему визиту китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Многие российские патриоты возлагают большие надежды на дружбу России и Китая. Они считают, что это будет могущественный и сильный союз, главным образом, что это будет равноправный союз. На самом деле никакого равноправия там не будет, потому что страны находятся в неравном положении. В отличие от Китая, Россия вынуждена была прибегнуть к этому союзу. У нее не было альтернативы, потому что все другие страны развитые от России отвернулись. Китай это прекрасно понимает и пользуется этим. Чтобы заручиться поддержкой Китая, России приходится соглашаться на невыгодные для себя условия, и в будущем это будет только усиливаться. Условия будут становиться все более невыигрышными и даже унизительными для России. При этом Китай будет помогать только в той степени и до тех пор, пока эта помощь не идет вразрез с его собственными интересами. Как только Китай поймет, что помощь России начинает его интересам мешать, он эту помощь прекратит. По сути, отношения России и Китая – это никакое не партнерство, а это самая настоящая зависимость, причем с годами она будет становиться только сильнее. И у меня вопрос к российским патриотам. Вот вы постоянно говорите о том, что Россия должна обрести суверенитет, должна освободиться от влияния Запада. Но почему же вы тогда так приветствуете эту новую зависимость уже от Китая, которая грозит стать гораздо более сильной, чем зависимость от Запада? Неужели вы не понимаете, что под лозунгами борьбы с западным влиянием Россия превращается в китайского вассала?